Всем привет, друзья! Вы на канале Salute Play. Сегодня продолжаем играть в игру Ghostwatchers. Ага, ну с этим мы по ходу дела разберемся, какие там. Что там нам сфотать, что там не сфотать. Так, я уже... Всем привет, друзья! Вы на канале Salute Play. Сегодня продолжаем играть в игру Ghostwatchers, в этот раз на локации Заброшенный дом. Сегодня мы взяли два модификатора, это сбор эктоплазмы и пентаграмма. Пошли посмотрим, какие у нас задания. Так, это зажечь дома все свечи, открыть все краны, сделать фото сбора эктоплазмы и воспользоваться зеркальцем. Поехали! Привет, поехали! Так, так как я могу брать 4 слота, то я возьму предметы для расследования. Фотик возьму. У нас же нужен фотик. Сбор эктоплазмы, окей. И заходим. Добрый вечер. Вот так вот свет кину. Так, а где бы призрака-то найти, чтобы у него получить улики какие-то? Да защиту взять. О, пента. Пентыч. Ты здесь или не здесь? Открыть все краны. Я, кстати, могу уже сразу начать этим заниматься. Вот. Ух ты. Я краны открываю. Молодец. Так, посмотрим, а что у нас тут есть. Кстати, этот дом, наверное, единственная локация, на которой... Уже практически выучили, где находятся краны, где находятся свечи. Потому что она же... А, вот зеркало, кстати, лежит в ванной. Эта локация сразу была, как игра выпустилась. Как-то более-менее ее позапоминали. Так, это вырубаем. Ага. Я уже тебя напугалась. Уже пугаюсь в этой игре всего. Полтор такой ходит, да? Но. Сикотно стало. Так, а где у нас, почему Гейгер не работает? Наверное, краны мы открыли. Если что, зеркало в ванной на втором этаже. Да, и... Собираю сейчас Гейгера на кухне. Давай-ка, давай-ка. Ой, ушел. 25. Заодно померю температуру. Но он свинтил. 25. 25. А может быть у нас будет 50 там, не знаю. 26. Да, алло, давай. Так. Дай нам знак. Минус 11. Минус 14. Здесь что ли? Ну-ка. Так, ну пятерка точно есть. Так, по термометру минус 14 было. Это, наверное, там, до которой... А что не домерил-то? 100-500. Так, минус 14, 100-500. Я сейчас выйду. Я сейчас выйду и посмотрю. Значит, термометр. Минус 20, минус 10. Датчик ЭМП, ты говоришь, пятерочка? Да. А, так, счетчик частиц 100-500. А это пока все? Да. Ну, следов не видно же, не было. Значит, пишем, не было. А если следов не было, то это утопленница. Так, а что еще взять-то такого, если это утопленница? А, что-то я не туда нажимаю. Поимка призрака, например. То есть выбрали утопленницу, значит, у нас защищает статуя Иисуса. О, отлично. Ее кто-то уже взял. Я даже знаю, кто. Да, правильно. Догадливый, да? Так, короны у нас сработали, свечи не сработали. И я пойду, наверное, эктоплазму смотреть. Одна в, блин, я не знаю, прачечная, наверное, да, называется. Защищает излит у нас вот этот вот шарик, это испепеляющий свет вроде как, да? Я его с собой возьму, чтобы эктоплазму собрать. Так, а она реагирует на какой инструмент? А, она реагирует у нас на факел. Все, сейчас я факел куплю, и мы пойдем смотреть. Прикинь, череп и маска была в комнате с пентаграммой. Два предмета?
О, повезло, да. Повезло. А у нас и доска активировалась, и все остальное. Доска из стороны в сторону. Рисунок череп. Куклу поднимает. Сейчас отмечаем. Блокнот, череп. Спиритическая доска из угла в угол, средний. И кукла воду кидает. Нет, не кидает, а поднимает, спокойный. Средний. Утопленца средний, спокойный. Все. Блин, я хожу, закрываю эти краны. Хорошо, я ищу эктоплазму. Святой огонь как бы триггерит ее. То есть благодаря святому огню становится видно, где она находится, эта эктоплазмочка. Посмотрю здесь. Бывало, что здесь ее собирали. Вот она. Так, я кидаю испепеляющий свет. Не поняла. Есть вопрос. Ага, он сработал, но призрак забрал эктоплазму. Чё? У меня призрак украл экту. Вор какашек? Да. Прилетел и украл. Но. Так, ну, моя эктоплазма есть. Если мы все сделали, его ослабили, заперли его на пиктограмме, собрать эктоплазму, он будет атаковать? Не знаю, как работает это. На, в подвал сходить. А я уже была, он у меня оттуда украл. Ну иди тогда в этот, в прачечную, на втором этаже. Так, ну-ка кину я сюда шар и начну собирать, посмотрим. Получится такой... у меня или нет? Тебе пошел. Да я слышу. Смотри-ка, не сработал испепеляющий свет, хотя он защищает от этого призрака. Плач. Почему он не сработал, я пока не пойму. Слушай, ну никак не дает мне собрать испепеляющий свет, защищает от этого типа призрака, но при этом не получается, он меня атакует два раза уже. Что делать будем? А ты где собираешь? А на втором. Где? Вот. Ну давай. Давай вместе. Третий раз меня атаковало, защиты нету. А, нет, защита есть. Он забрал, что ли? Нет. Какой план? Я собираю. А, давай. Я тоже. Летит ко мне, походу. Да, я собрал. Защищай. Он украл. Окей, сейчас пойдем искать. Так, надо следить за защитой, потому что у меня осталась одна веревочка у статуи Христа. Кинь ее в этот пентаграмму. В пентаграмме просто кинь, да и все. Почему? Ну, купишь новый. Ты же не сможешь два таскать. Ну да. Так, мы до сих пор не зажгли все эти. О, я нашел. Подожди, сейчас статую куплю. Ну, надо второй еще найти. Ну, я и говорю. Как минимум. Так, а у нас уже одна бочоночка нашел собрана. Второй. Окей. Я иду в дом. Так, смотри, один вот здесь вот за этим на кухне, а один там в этой ванной. Ну давай, ты там, я там. А где там? А, ну вот, я в ванну иду. Нам ее сфотать, по-моему, надо было. А, сфотать сбор эктоплазм, по-моему, это можно так сделать? Нет, это в прошлый раз было. Сейчас, по-моему, просто эктоплазм сфотать. Собирать начинаю. Он, кажется, опять ко мне летит. Вот запарил реально. А ты смог? Жди, пока он ко мне пойдет.
О, испепеляющий свет сработал последний раз. Собрал. Так, с кухни он забирает эктоплазму. Хорошо. А, у нас плащ. Так, что, купить этот? Радиоприемный плащ. Вот я не знаю, он как-то для сбора что-то не действует нормально. Вот так вот. Не могу понять. Хочу понять, понимаешь? Не могу. Не, я пока хожу только. Так, куда ты это все унес? Ну-ка, признавайся. Вау, лампа полетела. Тебе нормально? Тут на втором лампа живет своей жизнью. Угу. Ты что, беззвучная атака? Да. Говна. Так, не поняла. Товарищ утопленница, где вы зажали эктоплазму? А, кстати, может накакал. Это... Да, может это в боковых каких-то комнатах, вот здесь наверху, сейчас посмотрю. Так, ЭЗ. В подвале нету. А я не знаю. А на этом же месте нету. Это интересный случай получается. Может он с собой таскает? Давай, это... Слушай, а ты же две уже собрал? Да. А все, бесполезно искать, это же при материализации он вроде бы как будет это кидать еще одну. А, ну давай. Все, что-то мы, видимо, тупанули или как? У нас святая вода, открыть 5 кранов, магическая книга. А, так мы его это, надо святой воды. Надо. Я взял. Ага, у тебя только вода, да? Ну и испепеляющий. Задание сделать фото сбора эктоплазмы. И воспользоваться зеркалом. Оно на втором этаже. Можешь сейчас его взять, кстати, чтобы он у тебя затригерился. Святая вода. А что с ней сработало? Открыть 5 кранов, магическая книга. Как не сработало? Магическая книга, святая соль. Я возьму, знаете как, я вот возьму магическую книгу и святая соль голубая. А у меня рук не хватает. Так, зеркальце возьмешь? Да, сейчас схожу. Ух ты! Это что? Зеркало. Ага. Ага, так, он по первому идет. Только что был на входе. Подожди, а почему он у меня входит в виде плаща? Как будто не материализовался. А потому что мы его не материализовали. Прикинь, фига мы тупоры. А, поэтому и не срабатывает. Фига мы реально тупанули. Такие, да, молодцы. Я отметил, перешел на вкладку и все. А да, я тоже, прикинь, просто из головы вылетело. Вот приколисты, я в шоке. Опять ты твою сотку просрал, короче. Ну да, все, призрак материализован. Первый пункт выполнен. Приколисты вообще. Святая вода, так. У меня книга, кстати, и святая соль, если что так. Ладно. Святая водичка, второй шаг материализации. Это что, он с этого? Иди сюда. С порога сработал усыпляющий свет. Иди сюда. Так, а здесь у нас уже собраны для пентаграммы и роза. И так, это получается 4 предмета? Или все собраны? По-моему, часов не помню. Да-да-да, вот 4 предмета. Нужен еще один. Часы. Их можно через видеокамеру посмотреть. И через фотокамеру, кстати, тоже, да? Мы же проверили эту теорию? Да. Ага, ок. Да-да-да. То есть берешь видео или фотокамеру в руки и там смотришь. Там такой будет зеленый дымок вокруг этого предмета. Иди сюда, я тебя сейчас триггерить буду. Где это зеркало? Ну, там же. Сань, можно поконкретнее? Я тебя не понимаю. Ну, возле этого
ванной комнаты. Все, я триггерю. А что-то он стоит. Ванной комнаты на втором. Иди сюда. Такой. Опа! Святая вода пошла. Краны сработали. Магическая книга. Кидаю книгу. Подожди, не кидай. Надо эктоплазму. Уже кинула. Ну как, сработала? Нет. Не сожглась. Бери ее, подбирай. Он эктоплазму выкакал, нет? Сейчас проверим. О, какой хитрый. Где ты ее прячешь? Да блин, там испеляющий свет сам по себе работает, наверное, на пороге. Ну, может, он там проходит. Точнее, не на пороге, а за порогом. Так, у меня есть еще и срез защиты в руках, только статуя Иисуса, у которой осталась только одна веревочка. А, привет. Где? Она там Ивен дала свой. Где-то слышу, как будто. А я даже видела, прикинь. Мне как будто. Вот она. Да. А, ясно. Так, давай, я собираю. Кидай книгу. У тебя фотик с собой? Сейчас бегаю. Задание выполнить, сфотать сбор эктоплазмы. Только не надо. Я буду жить. Я книгу пока подобрал. Фотик есть. Фотик. О, хорошо. Если что, кидай в него что-нибудь. Так, у нас книга-то сработала. Так, у нас потери, значит, следующее задание — закрыть все краны. Вот, потом мне надо будет докупить защиту, доделать материализацию призрака и провести ритуал пентаграммы. Посмотрим. Надеюсь, получится все. Так, вижу еще кран. Ну, давай. Выбегаю, защиты нет. Так, у нас осталось последнюю эктоплазму собрать. Так, магическая книга, закрыть все краны, пока не сработала. Святая соль. Нифига себе. Так, и что мне нужно сейчас? Статуя Иисуса. Во. Все, защита есть, соль есть, вот это есть. И сборщик я возьму. Все, ищем эктоплазму. Где она? Так, здесь я не вижу. Я слышу ее как будто. Может, она наверху? Здрасте. Да, вот она здесь и есть. Блин, а как защищаться? Я вот думаю, если я поставлю еще один испепеляющий, то мне это поможет? А может или нет? Да я не успею. Хорошо. Я попробую купить испепеляющий и поставить его туда, потому что он защищает от призрака.
Если это не сработает, тогда я не знаю. $300. Так, логичнее будет выбросить сборщик, взять статую. Поставить туда вот это. Ну вот, уже сработало. Она здесь? Да. А как это делать? Она так сильно атакует, у меня статуя заканчивается просто в 5 секунд. Как мне ее отвлечь-то? Должен испепеляющий свет сработать. Просто, а как еще? А как люди в одного играют? Ты почему, товарищ, не срабатываешь? Так, давай-ка поднимайся. Должна же я собрать-то. Ну вот 70-80% совсем мне не удается. Удалось! Есть, то есть я продолжила собирать в момент того, когда она атакует. Статуя одна веревочка осталась. Так, все. Все, кетчер открылся, шарик наш открылся. Так, закрыть все краны в доме, святая соль. Вот это, кстати, я перенесу. Что ты там ходишь? Так, закрыть все краны, святая соль. Хорошо. Еще одну статую возьму. Пойду все краны да закрою. Локация, в принципе, небольшая. Да закрыть-то можно. Так, вот еще вода так сильно шумит, ее как бы слышно. Достаточно хорошо. И, в принципе, эту локацию я знаю, но что-то как-то... Где еще могла не закрыть? Кухня. А, там, может, где пентаграмма. Ну вот, свет сломался. Да-да-да, здесь. Окей. Краны закрылись, святая соль и ритуал остался. Все. Святая соль. А значит, я сейчас возьму в руки видеокамеру для того, чтобы найти последний предмет для ритуала пентаграммы. А именно, это наручные часы. Ой, не наручные часы, какие-то старинные часы. В общем, я их сейчас поищу. Так. Вот они, что ли? Все. Так, видеокамера мне больше не нужна. Беру часики. Мне кажется, я в одного буду дольше делать этот ритуал. Ну, в принципе, реально. Так, вот они, предметы. Роза. Так, мне осталась соль. Ага. Что за звук? Какой-то новый звук. Нападай. Ну давай, нападай. Ой, банки крутятся. Ну иди сюда.
I will catch you. Show yourself. I will catch you. I will catch you. Ghost, I will catch you. Ну? Ну смотри, я пойду, значит, зеркало брать. А, нет. Нет, не пойду. Где ты идешь? О, красава, святая соль. Все, ритуал пенты. Берем кинжал и постараюсь сделать. А, у меня есть еще один слот же. Кину туда вообще фонарик. Или даже вот этот вот. Вот. Чтобы было четко. Четко подсвечивать. Вот так вот. Опа. Кидаю кинжал. Так, ну давай. Ловец снов. Успела, успела реально. Часы. Поставила атаку. Ну хотя бы успела поставить. Вау, большой круг. А я не вижу, что она просит. Я не вижу. Череп. Не успела, да, нажать? Не успела. Маска. Вроде как сработало. Череп. Да, на маске звука, кстати, не было. Может, и не сработало. Чё, к чему я не вижу? Роза. Убрала случайно. А это значит, что сработал ритуал? Да? Я просто ее положила, как бы ритуал засчитался, а потом получается, что так как я уронила одновременно статую Иисуса, я давай ее поднимать. И при этом розу тоже подняла. Ну, видимо, засчитывается, когда все 5 предметов находятся на пентаграмме. Ну все, ловим. Ай, красота. Да, все верно, это была утопленница средняя спокойная. Получили я получила 1500 монет и 1370 опыта. Друзья, вот такая вот поимка призрака утопленницы у нас сегодня получилась. Было 2 модификатора и пентаграмма, и сбор эктоплазмы. Это отнимает достаточно времени, но это интересный геймплей. Мне кажется, что я начинаю осваиваться в ритуале пентаграммы, и у меня даже в одного получилось все сделать. Я прям радостная. Надеюсь, это расследование и поимка призрака вам понравилось так же, как и мне. Всем огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, если это видео вам понравилось. Ставьте пальчик вверх и пишите свое мнение в комментариях. До скорой встречи в следующих расследованиях, и всем пока-пока. Пока-пока.